Восьмой канал и школа телевидения Pride представляют. Доброго времени суток. Денис Марин меня зовут. Это финал первого международного конкурса «Наши таланты». Наша задача – показать вам номер финалиста, а ваша – за него проголосовать. Привет, меня зовут Даша Чеславская. Я приехала из Беларуси, города Могилева. Голосуйте за меня на страничке конкурса «Наши таланты» ВКонтакте. Дарья Чеславская родилась 16 августа 1999 года в Белоруссии в городе Могилев. Любимой колыбельной Даши была песня «Nothing Else Matter» группы «Металлика». Свою вокальную карьеру начала, спев в 5 лет с папой-дуэтом на семейном празднике, после чего была отправлена родителями учиться в музыкальную школу. Сейчас Даша не мыслит себя без занятий вокалом, мечтает об авторской песне. Счастье мое. Не переключайтесь, и скоро вы узнаете, с кем в борьбу за первое место вступила наша Даша. До новых встреч, ваш Денис Марин.